Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Накануне в ДНТ состоялся отчетный концерт звезд творческой лаборатории музыки «Солчак». На мероприятие были приглашены родственники, друзья, гости подрастающего поколения талантливых детей. Всего на сцене выступили 5 воспитанников студии музыки. Это Айкыс Кыргыз, Денберел Оржак, Саин Даржу, Анастасия Мадер, Арина Памфилова и Эрика Хурак. Концерт открыли победители всероссийских детских песенных конкурсов Денберел Оржак и Айкыс Кыргыз. Творческая лаборатория музыки «Солчак» создана 7 лет назад заслуженным артистом Тувы Борисом Солчаком с целью выявления музыкально одаренных детей, их дальнейшего развития и продвижения. Я как рентген должен найти человека, который должен пройти Москву, да? Это же нереально, это очень сложно. Конечно, приходится всех прослушивать, всех. А потом тембрально кто-то у меня на памяти остался. Потом я возьму телефон и звоню, говорю, ты мне нужен. Приезжай или я к тебе приеду. И вот так вот я нахожу детей. Первый яркий результат работы студии был на второй год ее существования. Это победа Айкыс на всероссийском открытом конкурсе «Синяя птица», где она вошла в число финалистов. Через год яркие выступления Айкыс на телепроекте «Голос дети». И еще через год она заняла второе место в телевизионном детском конкурсе «Юная звезда». Сегодня на сцене ДНТ девочка также исполнила свою любимую песню «Талисман» «I will survive». Отмечается, что Борис Солчак в поисках юных талантов 5 раз объехал Туву. В 2017 году в селе Кызылмажалык Барунхимического района заметил Денберела Оржака, который на тот момент, благодаря своим педагогам, раскрылся и стал призером и победителем многих республиканских конкурсов. Уникальный голос и музыкальное образование Денберела в итоге привело его к победе в проекте «Ты супер» и в детской «Новой волне». Напомним, что председателем жюри детской «Новой волны» является народный артист России – продюсер и композитор Игорь Крутой. Когда я после выступления «Новой волне», после награждения, он сказал, ну тебе надо продолжать, не останавливайся никогда, ты молодец. Концерт посетил глава Тувы Шалбан Караул. Коллективу лаборатории и воспитанникам он пожелал удачи, успехов, а также новых творческих вершин. Денберелу успешного выступления на международном конкурсе песни «Детское Евровидение». Глава республики пришел не с пустыми руками. Денберелу вручил путевку во Всероссийский детский центр «Океан», а творческому коллективу – микроавтобус и не только. Вручается сертификат на сумму 3 миллиона рублей. Тува в полтора раза увеличила объемы строительства в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономики Тувы представила правительству республики итоги 5 месяцев. По данным министерства, из 19 ключевых показателей социально-экономического развития по 13 с начала года наблюдалась позитивная тенденция, сообщается на сайте ГовТува. Помимо строительного комплекса, росло в целом промышленное производство. На начало июня в регионе было введено 28 тысяч квадратных метров жилья или на 18%.
13% больше, чем за тот же период в прошлом году. Республика произвела свыше 9 тысяч тонн молока, увеличив объемы на 0,3% по сравнению с прошлогодним показателем. На 6,5% увеличился также оборот розничной торговли. Платные услуги населению выросли на 3,8%. Поголовье крупного рогатого скота прибавилось почти на 2,5% и составляет сегодня 171 тысячу животных. Еще больше приросла численность овец и коз на 12,1%, увеличившись до 1 миллиона 311 тысяч голов. Индекс потребительских цен в мае составил 104,2%. При этом среднемесячная зарплата одного работника только в первом квартале росла быстрее – на 12,4%. В номинале она превысила 36 тысяч рублей. Реальная заработная плата чуть приотстала от номинальной, увеличившись на 8%. Среднедушевые доходы населения относительно мая прошлого года стали больше на 2,7%. Сезонное падение объемов фиксировалось в мясном секторе. Производство здесь снизилось на 6%. На начало июня мяса в Туве было произведено 5 тысяч тонн. В мае зарегистрирован рост уровня безработицы по отношению к тому же периоду прошлого года. Общая численность безработицы работных к июню достигла почти 13,5 тысяч человек. Глава Тувы Шалбан Караул поручил Миндортрансу, Минсельхозпроду и Минтруду Республики принять меры, направленные на обеспечение прогнозных показателей социально-экономического развития на 2019 год. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 50 копеек, евро 71 рубль 60 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве осуждена женщина, совершившая серию краж в квартирах пожилых людей. Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении 7 преступлений. Установлено, что осужденная под разными предлогами проникала в квартиры к пожилым людям и, отвлекая их внимание, похищала деньги и ценные вещи. Осужденная представлялась пожилым людям участковым врачом. Для убедительности она надевала медицинский халат и имела при себе стетоскоп. Сумма ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 100 тысяч рублей. Решением суда 24-летней местной жительнице назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. МВД Тувы напоминает о мерах предосторожности. Не пускайте в свой дом незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Расскажите об этом своим родителям, пожилым родственникам, знакомым, чтобы предостеречь их от преступных посягательств. О неожиданных и нежданных визитерах необходимо обязательно сообщать в полицию. В начале этого года на базе Государственного лицея Тувы был создан Центр выявления и поддержки одаренных детей Республики Тыва. Центр создан с целью координации и согласования действий образовательных организаций, различных структур, интеграции ресурсов, обеспечения сетевого взаимодействия в сфере образования, повышения системности и результативности деятельности по выявлению, развитию и поддержке одаренных и талантливых детей в Туве, развитие инфраструктуры для работы с одаренными детьми в области науки, искусства и спорта. Поддержка и сопровождение одаренных детей центром осуществляется в форме поощрения через отдых и оздоровление во всероссийских детских центрах «Океан», «Смена», «Орленок» и в Международном детском центре «Артек» круглогодично с февраля по декабрь. Центром ведется формирование, отправка и сопровождение группы детей и подростков, проживающих на территории нашего региона, отличившихся по итогам побед в конкурсах и олимпиадах всех уровней. Путевки в детские центры распределяются согласно выделенной квоте Министерства просвещения Российской Федерации – для Республики Тыва. В
Туве завершилась вторая смена международной комплексной археолого-географической экспедиции Русского географического общества по исследованию кургана Тунук в Пихимском районе сезона 2019 года. В июне волонтерам удалось обнаружить скифский каменный жертвенник, захоронение семьи, убитой в I-II веках нашей эры, элементы оружия и конской упряжи средних веков. В течение месяца 68 волонтеров и добровольцев трудились плечом к плечу с археологами Института истории материальной культуры РАН. Техническую поддержку проекту оказывал экспедиционный центр Министерства обороны Российской Федерации. Из найденных артефактов особенно важной находкой считается запитовидный каменный жертвенник, ранее опознанный как жертвенный светильник. Третья смена экспедиции пройдет с 3 по 31 июля. До конца сезона предполагается раскопать примерно 1/10 часть основной насыпи кургана, что позволит окончательно определить его структуру и степень сохранности. В этот же период планируется достичь слоя, соответствующего уровню вечной мерзлоты, который, как предполагается, и может сделать курган Тунук уникальным объектом археологических исследований. Вероятность обнаружить сохранившуюся органику под каменной насыпью кургана сохраняется. Напомним, что международная комплексно-археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Тунук в Республике Тыва проходит с 2018 года. Известно, что подключить услуги интернет в районы или даже в частный сектор, куда еще не добрались современные возможности, довольно дорого и долго. Не все провайдеры идут на развитие частного сектора, потому что стоимость подключения одного дома несоразмерна с выгодой, которую компания могла бы получить от абонента в отличие от многоквартирных домов. Компания «Тыва-связь-Информ» идет навстречу к своим потребителям и развивает подключение к высокоскоростной сети интернет, начиная с 2011 года по технологии GPON в частном секторе в столице. Республики. В текущем году развитие данной технологии в частном секторе в районах начинается с города Шаганар, в последующем в Зук-Аксы Судхольского района, в Чаахоле и в Сарыксепе. Компания «Тыва-связь-Информ» проводит высокоскоростной интернет по технологии GPON в городе Шаганар. Теперь жители смогут пользоваться безлимитным интернетом, IPTV и SIP-телефонией. Отметим, что GPON позволяет обмениваться информацией в сетях с высокой пропускной способностью, чем в обычных сетях связи. Строительство инновационных сетей GPON в частном секторе поможет расширить информационную инфраструктуру в районах республики. Основной целью компании является развитие информационной инфраструктуры республики, так как миссия «Тыва-связь-Информ» заключается в создании и расширении современных телекоммуникационных услуг, делая их простыми, удобными, доступными для организаций и жителей Республики Тыва. Надеемся, что наши технологии дают возможность безграничного общения и мгновенного обмена информацией. На данный момент почти все районы республики, кроме Кундуртук и Торахема, охвачены волоконно-оптическими линиями связи от компании «Тыва-связь-Информ». Очередным этапом является непосредственное развитие инфраструктуры мультисервисной сети компании внутри населенных пунктов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 12. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.